В Челябинской области появился лоббист по вопросам экологии на федеральном уровне. Депутат Госдумы Владимир Бурматов возглавил комитет по экологии и охране окружающей среды. Его кандидатуру парламентарии приняли единогласно. В компетенции политика теперь будет один из важных вопросов распределения бюджетных средств на приоритетные для региона природоохранные мероприятия. Это и реформа обращения с отходами, и согласование территориальных схем, которые актуальны для каждого конкретного региона, в том числе нашей Челябинской области. Это рекультивация свалок, это болезненнейший вопрос, который тоже является одним из наиболее проблемных и для Челябинска, и для области. Это закон об экологическом надзоре, это закон о наилучших доступных технологиях, в соответствии с которым промышленные предприятия должны устанавливать датчики, фиксирующие объемы выбросов на каждую трубу, из которой идет выброс каких-то вредных веществ. Это закон об ответственном отношении к животным, которые требуют принять наши избиратели. Это парламентский контроль за процедурой лесной амнистии, которую мы недавно приняли.